говорят, чтобы вас затроллить, есть кот Шрёдингера. Он как бы есть, как бы... И его нет одновременно. Посмотрите, как он сжимает его могучей рукой. Да. Видите кровь? Это кровь врага. И котика. Чёрт. И немножко котика, да. Ну как бы, чтобы вас послушать. Научное обоснование кота Шрёдингера следующего. Кот Шрёдингера, он есть или его нет? Это эксперимент, который мы проведём. Он жив, он мёртв. Да, жив он или мёртв, получается. Радиоактивный атом, короче, он может распасться за одну минуту, либо не распасться. И мы не узнаем, жив он или мёртв, пока мы не откроем коробку. Сердце Виктима такое же. Оно завуалировано, получается, внешними эмоциями, которые символизированы вот в этой ручке, получаются, да? Он вроде бы жив, но мы точно не знаем, пока мы не откроем эту коробку, эту суть, которая скрывается за этой ручкой. Либо сердце Виктима, оно скрыто внутри, например, как у Бальзака, да? И вообще ничего не может сказать внешне об этом, что там внутри, пока мы коробку не откроем. Короче, вот этот роль. Вот такая рубка. А если вы не хотели слушать логическое объяснение, значит мы вас затроллили. Раз, два, три.